По поручению главы администрации Ставрополя Андрея Джадоева создан городской штаб по оказанию помощи беженцам из юго-восточных районов Украины. Сегодня в Большом зале прошло его первое заседание. Членами штаба выработана четкая программа первоочередных действий. Уже несколько дней администрация краевого центра обеспечивает транспорт для доставки беженцев к пунктам временного размещения. Сегодня в крае их 7. В данных районах Ставропольского края введен режим чрезвычайной ситуации. На их содержание пункта временного размещения, имеется в виду, будут выделяться денежные средства. На территории самого Ставрополя подготовлены к работе 5 пунктов временного размещения. В случае необходимости они смогут принять свыше 1000 человек. Также в единую диспетчерскую службу города Ставрополя обратились 16 жителей города с предложением предоставить временное жилье для беженцев из Украины. Члены штаба отметили, что специалисты профильных комитетов администрации Ставрополя вырабатывают программу, позволяющую обеспечить беженцев медицинскими полюсами, предоставлению детям из Украины мест в городских школах и детских садах. Ряд руководителей предприятий Ставрополя уже заявили о готовности трудоустроить мигрантов. Администрация краевого центра подготовила юристов, помогающих заполнить необходимые документы для подачи в миграционную службу. Готовы трудоустроить желающих получить работу. Как бы сейчас соберем информацию по району, о гражданах, которые желают взять к себе на проживание, для временного проживания людей, которые прибывают к нам с Украины. Администрация обращается к жителям Ставрополя с просьбой о сборе гуманитарной помощи беженцам. Товары первой необходимости, новая одежда, нескоропортящиеся продукты – все это можно приносить в районные администрации города и в свои советы микрорайонов. Работает телефон горячей линии штаба 56 30 52 и бесплатный номер 112. Кроме того, необходима помощь в виде денежных средств. Открыт расчетный счет в Промстройбанке для всех неравнодушных. Его номер представлен на экране. Ирина Милованова, Роман Солодовников, Иван Дацунов, АТВ «Ставрополь».